Сельскохозяйственная ярмарка на площади будет работать чаще. Жители города смогут приобрести продукцию 4 раза в неделю. Теперь к четвергу, пятнице, субботе прибавится еще и среда. Время работы с 10 утра до 5 часов вечера. На прилавках в основном сезонный товар. Большая часть – это сельхозпродукция. Продавцы, а их на ярмарке больше 70, предлагают приобрести овощи, зелень, ягоды, орехи, домашние соленья, хлеб и хлебобулочные изделия. Здесь можно купить также мед, дикоросы и сухофрукты. Есть торговые прилавки с цветами. До конца августа из-за высокой температуры на торговых рядах не будет мяса, мясных полуфабрикатов, рыбы, колбасы и молочной продукции.